Софи, зачем ты в ведро с пеной прыгнула? Эй, вот это я вас разыграла. Ой, простите, я не нарочно. Это не смешно, Миш. Какой-то монстр на тебе сидит. Сейчас надую вам еще пены. Ура, обожаю мокрой ползать по траве и по грязи. Юми, нет, зачем ты это делаешь? Я только что тебя вымыла. Лайк видосику влепи, комментарий напиши. И подписку жми, и-и. А в ответ привет лови. Га-га-га. Станет нас 3 миллиона. Тай лимона, тай лимона. Желтеньких лимона, мяу. Итак, пушистики, что это вы меня с самого утра разбудили и позвали? Ань? Да, Софи, что? На нашем общем с тобой семейном канале Magic Family сегодня вышло видео про бассейн, который ты купила для нас, и как мы в нем впервые купались, и мы решили нашу вечеринку в бассейне перенести. Понятно, Иван. И Аня знает, что вышел ролик, она же его выкладывала. Мишка права. Короче, ребята сами сходят и посмотрят, а у нас другая идея. Какая, Юмичу? Мы сделаем пенную вечеринку. Пенную? Вы серьезно? И пену нам сделаешь ты сама. Но я не умею. А мы тебя научим, мы уже нашли лайфхак, пойдем. Но может не надо? Пойдем, не ссы. Юми... Наконец-то они ушли, а то я вам, ребята, про нашу фан-встречу хочу рассказать, на которой я буду впервые вместе с Аней. Так, Ань, давай бери терку. Терку? Ага, самую обыкновенную терку. А зачем нам терка? Не задавай лишних вопросов, просто делай, скоро все узнаешь. Короче, 4 и 5 июля у нас будет самая первая онлайн-фан-встреча мэджиков со всего мира аж 2 дня подряд. Там мы будем тусить, общаться, но самое главное вместе с вами выбирать котеночка на наш канал. Неужели у меня будет котенок? А еще Аня будет отвечать на ваши вопросы и передавать вам приветы. Для этого нужно сделать любой пост в любой соцсети с вот таким хэштегом SummerCatShow. Задать там вопрос и написать имя для привета. Ля-ля-ля-ля-ля. А почему такой хэштег? А потому что наша с вами фан-встреча пройдет на сайте, где будет первая международная онлайн-выставка кошек со всего мира. Там будет больше 500 котиков из разных стран. Вдруг я найду себе котенка из Китая или англичанина. А еще там будет главная сцена, на которой будут всякие мастер-классы, советы, викторины, игры и куча подарков для вас. Крутяк, да? А теперь, Ань, подготовь какой-нибудь тазик. Что, тазик? Да, ты что, слово тазик забыла? О, не понимаю, что происходит. Вот, пожалуйста, вам тазик. Что дальше? Короче, встречаемся с вами на Summer Cat Show 4 и 5 июля. В описании есть ссылка на этот сайт. Обязательно перейди по ней, когда смотришь ролик. И нажми красную кнопочку «Напомнить». А потом переходи в Инстаграм. Там мы начинаем крутые челленджи и задания для тебя. И Аня скажет время, во сколько встреча. Увидимся там! А теперь возьми обычного кускового мыла. Побольше, много. Вот, пожалуйста, мыло. Ань, ты слово «много», понимаешь? Вот, пожалуйста, вам целый кусок. Похоже, Аня забыла слово «много». Вот столько вам достаточно? Много, Ань. Это последнее, у меня больше нет, извините. Ладно, так сойдет. А если мы возьмем котенка? Обещали мы его взять на 3 миллиона подписчиков. Значит, на 3 миллиона будет кто-то еще? Как это? Ладно, зачем я об этом думаю? А теперь по нашему лайфхаку надо натереть это мыло на терке в тазик. Быстрее! Легко сказать натереть. Это что, мне все мыло натирать надо? Ань, ну вот что ты выделываешься? Ну прям вот это так тяжело натереть мыло на терке, а? Давай, три все кусочки. Да тру я, тру. Прикол, что мыло оказывается разное, когда его натираешь. Маленький кусочек был просто мелкой крошкой, а это натерлось такими кудряшками ванильного цвета. Не болтай, а три, Ань, давай, а? Ой-ой-ой, какие мы серьезные. У меня уже рука отвалится сейчас тереть это мыло. А вот этот большой белый кусок натерся как порошок. А розовое такое мягкое, прикольно, оно прям едет по терке. Смотрите, какие классные розовые штучки получились. Розовые червяки. Фу, Юмичу, ты мне весь кайф испортила. Ань, с тазиком была ошибка. Возьми большое белое ведро. Ясно, теперь мне нужно все пересыпать туда, да? Ну, вы давайте не ошибайтесь, чтобы мне лишнюю работу не делать, пожалуйста. А теперь нам понадобится наволочка. От обычной подушки. А наволочка-то зачем? Ань, слушай. Ладно, буду делать, как скажете. Окей, возьму любую самую простую наволочку. Теперь залей это ведро теплой водичкой. Заливай его полностью. По-моему, ребят, ваш лайфхак не работает. Это мало пены. Ань, это еще не все. Самое главное впереди. Ладно, готово. Что дальше? Теперь мы несем ведро на улицу, ставь его сюда.
А теперь взбультыхай водичку рукой, давай, чтоб пена поднялась побольше наверх. Давай, еще бультыхай, а, Аня? Да бультыхаю я, бультыхаю. У меня сегодня точно рука ночью отвалится. Сначала три, потом бультыхай. Так нормально? Ань, мы тут ваночку принесли, и ты потом эту пену в эту ваночку кидай, у нас тут будет пенная вечеринка. Уже не могу дождаться. Ой. Софи, зачем ты в ведро с пеной прыгнула? Я просто вечеринку уже хочу. Но вы же ваночку уже для этого принесли. Я что-то думала, что я не такая толстая и ведро побольше. Софиш, ты не толстая, просто ведро для тебя маловато. Отлично, теперь, Ань, бери наволочку и окунай ее туда и набери в нее пену. А потом спусти из нее воду и попытайся при помощи ветра набрать в наволочку воздух. Когда воздух наберется, закрой дырку в наволочке. И она, по нашему лайфхаку, который мы видели, должна надуться, как пузырь. И из этого пузыря можно выжимать пену. И ее должно получаться много. Ну, посмотрим, сработает ли ваш лайфхак для простых, обычных людей. Ань, по секрету, пока тут ребят нет. Пока ты тут пену делаешь по нашему лайфхаку, можешь мне набрать водный пистолетик? Я хочу ребят разыграть, пранк им устроить. Ну, ты даешь, Мишка. Ну, ладно, сейчас, погоди секунду. Водный пистолетик набрать ей, и они будут веселиться. Ну, вот как всегда, конечно. Я, значит, работай, пену там по их лайфхаку делай, которую я сама еще пока не поняла, как делать, а они будут водичкой стреляться и играться. Ох, ничего нового. Ладно. Ну что, Ань, ты мне принесла пистолетик? Ага, Миш, вон там положила. Я спрячусь и буду разыгрывать ребят. Первый выстрел. Что это было? Фу. Вы видели? Там что-то из кустов вылетает. Что это? Хе-хе. Что это там такое, а? Куст в меня плюется. Это что, слюнявый куст? Главное, чтобы не заметила. Эй, ты что, кустяра, а? Какая-то фигня происходит. Что происходит? Откуда эта вода? Я не понимаю. Что за фигня? Да отстань от меня, дурацкий куст. Ну-ка. А, это ты, Миша? Все, я на тебя обиделась. Это же весело. Ничего не весело. Дурацкий пранк. А вот и Софи. Что это такое? Откуда эта вода? Не поняла. Это что, кусты водой плюются? Что за фантастика тут происходит, а? Эйвен, смотри, иди сюда, тут кусты водой плюются. А, это ты, Миша, с водным пистолетом, да? Да ну тебя. Скорее бы Аня пену сделала. Эйвен. Что это было? Ой-ой-ой, что это такое? Откуда эта вода? Ай, что такое? Что-то я мимо, никак попасть в него не могу. Мамочки, пошел я отсюда. Бульк. Она что, меня преследует, что ли? Отстань от меня. Отстань. Мамочки, отстань. Бульк. Да-да-да-да, что за фигня такая? Ужас. Эйвен, да это я вас разыграла. Ой, прости, я не нарочно. Это не смешно, Миш. Ну почему? Это же весело. Мы возмущены, может тебе весело. Простите, мне кажется просто, что это весело. Ага, конечно, тебе бы в морду этой штукой, а? Да ну тебе. А мне бы понравилось. Понравилось бы, да, дай-ка мне, я покажу. Ну что, ну как тебе, а? Что, нравится, да? Да, так классно, струйки прямо в меня попадают. Так приятно, такой водяной массаж. Еще и водичка прохладная в такую жару. А можно еще? Ты что, издеваешься надо мной? Серьезно, что ли? А по-моему, это кайф. Ребята, идите, готово. Аня нас зовет на пенную вечеринку. Юху, чур, я первая. Что-то как-то немного пены-то тут. Слушайте, я несколько часов эту пену делала. Это очень долго. Вот, пожалуйста, достаточно тут пены. Не могу глаза от солнца открыть. Юмичу, стой, не двигайся. Какой-то монстр на тебе сидит. Ань, это просто муха. Нет, Мишанька, это была не просто муха. Мне кажется, это какой-то овод. Вот и тебе пенки. Что-то как-то ты маловато, Ань, пены сделала. Ну как, девчонки, я пойду присоединяться к вашей вечеринке. Эйвен, они на меня жалуются, что я пены мало сделала. А я ее делала очень долго. Я старалась для вас. Чтобы сделать еще больше пены, мне нужно было потратить весь день. А часть пены, которую я делала вначале, она уже оседала и не получалась такой пушистой. Радуйтесь давайте. Ну сделай еще пенки-то. Ладно, ладно, сейчас надую вам еще пены. У меня уже руки болят эту наволочку туда-сюда сжимать и пену из нее выдавливать. Вот, пожалуйста. А по-моему, ребят, дело не в пене. Да, по-моему, тоже. Мне кажется, это была какая-то дурацкая идея, эта пенная вечеринка. Потому что на улице жара, и сидеть тут мыльными как-то не кайф вообще. Вот еще вам пены побольше, целую ванну. То есть я старалась, делала эту пену для вас по вашему этому дурацкому лайфхаку. Хотя, конечно, он, можно сказать, работает. Не идеально, но пены довольно много. И вы сейчас говорите, что все это было зря, да? Ань, ну все надо попробовать в этой жизни. Да уж, классно, попробовали пенную вечеринку, отлично. А теперь можно все это смыть с нас? Ладно, сейчас я попытаюсь вас отмыть от этой пены, хотя она еще пенится и пенится. Надеюсь, у меня получится. Ну, считайте, заодно помылись, что теперь? Эйвен готов?
Я пошел сушиться об траву. Софиша, пушистая попка, давай вперед, Юмичу, выходи отсюда и Мишанька. А ты нас еще отмоешь до конца? Конечно, я вас сейчас еще раз всех сполосну. Чтобы вся пена из нас вылезла, не хочу ходить мыльной. Ура, обожаю мокрой ползать по траве и по грязи. Юми, нет, зачем ты это делаешь? Я только что тебя вымыла. Я похожа на тебя? Похожа на гиену. Нет, Юми, ты теперь похожа на поросенка, а не на гиену. Ты вся грязная. Тебя по новой мыть придется. Миша, а ты-то что делаешь? Софи, перестаньте, вы что? Я же сказала, я сейчас вас высушу полотенцами. Да, не парься, Ань. Не парься, Ань. Нормально вообще, Эйвен, дай я смою с тебя оставшуюся пену и грязь. Ань, ну все, ну хватит уже, а? Вот именно, что ты с нами как с детьми, с маленькими возишься. Мы не маленькие, уже сами высушиться можем. Без всяких этих полотенец твоих. Ага, конечно, об землю вы высушиться можете, об траву, да, чтоб потом вы были еще более грязные. Миша, хватит, остановись, я сейчас тебя протру. Не маленькие они, самостоятельные нашлись, высушиться они могут. Ага, потом я мучаюсь с вами, мой вас еще раз. И вообще, вот можно не об траву, можно об лежаночку посушиться, тра-ля-ля. Софи, я тебе посушусь обо что-нибудь. Все, Софи, хватит. Я сейчас вас всех вытру, и оставшаяся уже высохнет на солнышке. Да уж, что-то как-то наша пенная вечеринка не очень удалась. Ничего, сейчас ребята в комментариях нам напишут еще крутые летние идеи, и будем их воплощать. Или прикольные летние лайфхаки делать. Зато вот плавание в нашем гигантском бассейне было очень эпичное. Идите, ребят, смотрите ролик на Magic Family новый. А Киска-Лиска с Аней ждут вас 4 и 5 июля на онлайн-фан-встрече на сайте Summer Cat Show. Ссылка в описании, пока.